Эта деталь, это риги называется, она ставится стойку и связывает две стойки между собой. Монтаж сцены у торгового центра идет полным ходом. Рабочие вручную собирают стены, крышу и навес конструкции. Площадь сцены около 200 метров, а высота стен более 10. Чтобы успеть смонтировать площадку вовремя, мастера начали работу почти за неделю до 9 мая. Самое сложное – это вот уровень поймать. Здесь еще перепад почти 1,5 метра на этой площадке. Это самое сложное было. А уже сборка не так сложно становится. Металлоконструкции собираются достаточно быстро. После того, как монтаж сцены будет закончен, рабочие будут устанавливать баннеры, экраны и звуковое оборудование. Работать должно все идеально, ведь на этой площадке состоится концерт «Знамя Победы», главным хедлайнером которого станет группа «Любэ». Очень много жителей писали, обращались с просьбами как раз организовать концерт именно данной группы на 9 мая. Безусловно, «Любэ» хотели видеть. Мы почти во всех миллионниках, не считая Москвы, но 9 мая «Любэ» будет в Челябинске. И ну, я считаю, что это такая тоже одна маленькая победа, наверное, с точки зрения организации праздника. И сердце не прятал за спины ребят, летят самолеты, и танки горят, добьет йо-комбат, йо-комбат. Как пообещали организаторы концерта, звуковое и световое оборудование будет самого высокого уровня. И аппаратуры будет достаточно, чтобы обеспечить чистый и мощный звук. Так что песни «Самоцветов» и «Любэ» будут слышны далеко за пределами набережной. А после концерта в 22:00 челябинцев ждет 15-минутный праздничный салют. Небо украсят фейерверки различных видов и форм. Красочные пионы, серебряные хвосты, золотые водопады и многоцветные кометы. Фееричное зрелище южноуральцев ожидают с нетерпением. Мы живем в центре, и мы смотрели всегда сначала улицы Красной, и там много народу приезжает. Я смотрю салют дома из окна, окна выходят на набережную, очень круто видно, классный обзор. Если не получится приехать на салют, то мы обязательно посмотрим либо по телевизору, либо в интернете. Любимый канал ОТВ также будет использован. Самым излюбленным уже классическим местом для просмотра салютов у челябинцев является набережная. Здесь много места, а также салют живописно отражается в бликах воды. Насладиться шоу можно будет и у Челябинской филармонии, стоя прямо на дороге, потому что улица Труда будет перекрыта. Если вся набережная будет занята, то посмотреть салют можно в сквере на площади Ярославского. Здесь есть удобные скамейки, чтобы посидеть, и открывается красивый вид на набережную. Анастасия Кныша, Лен Хачатуров. Наше утро.